Показывает кинокомпания Good Times Entertainment. Полярные эльфы устроили сегодня настоящий спектакль. Интересно, по какому поводу? А может, назовем его Рудольф? А что, красивый, мне нравится. И он тоже так считает. Смотри, иди к папе, Рудольф, ну? Go on, Rudolph. Иди, Рудольф, у тебя должно получиться. Джон Гудман, Эрик Айдл, Боб Ньюхарт, Дебби Рейнон, Ричард Симмонс, а также Вупи Голдберг, Рудольф Олененок Красноносик. Монтаж Том Хок. Композитора Майкл Ллойд и Эл Кэша. Автор сценария Майкл Эшнер.
продюсер и режиссер Билл Ковальчук. Я Аврора, я Спаркл, я Глиттер, а я Твинкл. Здесь мы живем, Руди, в поселок Санта-Клауса. Называем это снегом. Снег? Да, малый снег. Снег, снег, снег. Митси опять то же самое. Ну что такого, не понимаю. Носы не должны светиться красным цветом. Кто это сказал? Блицен, привет! О, нет. Только не сейчас. Здравствуй, дружище. Привет, ребята. Ну так где ваш малыш? Где олененок? Ну, он вообще-то своего родного сына стесняешься. Выходи, Рудольф. Рудольф, знакомься, это твои дяди. Комет, Кьюпит и Дэшер. Снег. Кучи-кучи-кучи. Какой он забавный. Весь в отца пошел. Что? Господи, только посмотрите. No need for alarm. Не стоит волноваться, не стоит волноваться. Это у него аллергия. Пошли домой. В следующий раз я сражусь с тем, кто будет шутить насчет носа моего сына. Он красивый, он забавный, и у него все на месте, у нашего сына. Ты абсолютно права. Look at my little guy. Isn't he a cutie? This bouncing baby buck of mine, and his name is Rudy. He's quite a strapping reindeer. Посмотрите на моего маленького детеныша. Его зовут Руди. Он симпатичный олененок. Ну и что, что у него красный носик? Зато он забавный, зато он веселый. Зато он еще покажет, чего он стоит. Вы подождите, и он возьмет свое. Что? Но как же, как же, как же его красный сияющий нос? Да, он даже во тьме будет светиться. Как же его нос? Вы посмотрите на его естественную улыбку. Вы посмотрите, какой он скромный, как он прекрасно себя ведет с детьми. Он достоин любых подарков и любой похвалы. Однако меня беспокоит одна вещь. Когда он пойдет в школу, многие будут над ним смеяться. А я не верю в это. Еще бы, ведь его нос будет светиться ночью во тьме. У Руди, у нашего олененка, красный-красный нос, и он светится во тьме, как красная лампочка. Ну что подумаешь, немного розовый нос. Что вы будете делать, когда его нос будет светиться, точно красная лампочка во тьме? Yes,
делать? Что вы будете делать? Что вы будете делать? Что вы будете делать с его красным носом? Так, ну ладно, все, спектакль закончен, хватит. Hello, Boone. Hello. Привет, Бун. Здравствуй, Дог. Для Санта-Клауса есть почта какая-нибудь? Сейчас посмотрю, ребятки. Если мы правильно будем себя вести, нас скоро с тобой повысят. Повысят, конечно. Больше не будем возить эту дурацкую почту. Да, только простаки возят почту для Санта-Клауса. Мы будем работать на главной фабрике Санта-Клауса. Будем игрушки собирать. Вот это другое дело. Господи, когда мы приезжаем по мосту этой Тормеллы, не по себе становится. Бун, подожди, ты едешь слишком быстро. Что-то не так. Ничего не понимаю. Осторожнее. Посмотри, что мы с тобой натворили. Мы разбили ледяной сад королевы Стармеллы. Может быть, оставим записку, что совсем дурачок, что ли? Тогда она точно будет знать, кто это сделал. А как же моя шапка? Неважно. Поехали отсюда. И поскорее. Рудольф, добро пожаловать на игрушечную фабрику Санта-Клауса. Кое-кто из вас сам напросился на крупные неприятности. Успокойтесь, мои малышки. Кто из вас остолопов разбил мой ледовый сад? Ну?
Прекрасно, мадам. Супер. I want names. Так, мне нужны имена. Was it you? Это был ты? Нет, ваша королевская прокладность. Опусти, эльфа. Тормелла, что все это значит? Один из ваших эльфов разбил мой ледовый сад, и вы должны отвечать за это. Но откуда ты знаешь, что это был один из наших эльфов? А на это что вы скажете? Это нашла на месте преступления. Ага, понятно. Хорошо. Мы докопаемся до сути. Так, выходите все и ничего не бойтесь. Так, кому принадлежит эта шляпа? И будьте честными. Пожалуйста, пожалуйста, не дайте ей забрать нас. Мы слишком молоды, чтобы умирать. Это произошло случайно, шеф, честное слово. Случайно? Ну да, конечно, хорошо. Я покажу вам, что такое случайно. Я вас запру в своем ледовом дворце. Никто их у меня не отберет, правда? Как ты смеешь нарушать правосудие? Давай их сюда, иначе я закрою свой мост. Никто по нему не проедет. Ни сюда, ни отсюда. Но, Тормелла, если ты закроешь свой ледяной мост, то мы будем отрезаны от всего мира. Давай их сюда. Я не могу. Тогда мой ледяной мост закрыт для всех вас. Если кто-то из вашего поселка посмеет пройтись по нему, я устрою такую пургу, такой буран, такую метель вьюгу, что вы запомните это на всю жизнь. Хорошо, значит, быть посему. До свидания, Тормелла. Ну что, ты считаешь, нас повысят с тобой? Повысят? Сними шляпу. Ридли, Ридли, Ридли. Теперь подождем. Чего подождем, мадам? Как это чего подождем? Как это чего? Остается лишь ждать, пока кто-то не пройдется по моему мосту. И уж тогда, в тот день, я ему устрою такую пургу, буран, метель, вьюгу, что они запомнят это надолго и никогда не выберутся из своего поселка. Да, мы еще увидимся с тобой, Санта-Клаус. Ты что смеешься-то, пингвин чертов? Наблюдай за дорогой. Прошел еще один год, наш Рудольф подрос, и теперь ему нужно идти в школу. Пробил его час. Доброе утро, малыши. Доброе утро, миссис Спренсер. Так, посмотрим, что мы усвоили. Кто знает, как Санта-Клаус отбирает себе команду? Раз в год Санта-Клаус устраивает игры для молодых оленей. Да, и у каждого молодого оленя есть шанс зарекомендовать себя, произвести впечатление на Санта-Клауса. И он имеет право быть избранным именно на Рождество, чтобы повести за собой его сани. Да, а кто из вас ответит, что такое медаль Санта-Клауса, за что она дается? За храбрость, доблесть, характер и доброе сердце. Хорошо, прекрасно, Рудольф, только в следующий раз поднимай копыта. Мой отец Кьюпид сказал мне, что я прирожденный летун, точно так же, как и он, правда? Тебя никто не спрашивал. И мне папа тоже сказал, и мне тоже. Только не с этим носом твоим. Перестаньте, перестаньте. Слушай, Рудольф, тебе надо в цирке выступать, а не сани за собой вести прирожденный летающий олень.
Цирковой олень, вот это. Вернись сейчас же. Бедный Рудольф. Рудольф? Терпеть не могу, что я отличаюсь от других. Ну почему у меня не может быть такой же нос, как у всех остальных? Вот так его никто не увидит. Так и буду стоять, пока он не станет у всех серым. Здравствуй, олененок. Здрасте, сэр. Ты что-то там потерял? Нет, сэр. А, ты, наверное, Рудольф. А как вы догадались? Ты, похоже, простыл, сынок. Я так понимаю, что ты хочешь, как и твой отец, быть летающим оленем. Хочу, но с этим ты моим носом. Я думаю, у тебя чудесный нос. Но все смеются надо мной, обзываются. И мне очень неприятно, Санта-Клаус. Мы все другие. Мы все друг от друга отличаемся, сынок. Но самое главное то, что у нас в душе, в нашем сердце. И, насколько я понимаю, сердце у тебя доброе и хорошее. Запомни, Рудольф. Я всех в своем поселке считаю равными, и эльфов, и оленей. Они все моя семья. Слушай меня внимательно и больше не теряй надежды. Body in Santa's family tree. Everyone каждый выполняет свою роль в семействе Санта-Клауса. Даже эти елочные игрушки мне помогают. Давай не будем отчаиваться. У нас нет для этого времени. Каждая секунда на счету. Потому что приближается великий праздник из всех – Рождество. Everybody's a somebody in Santa's family tree. Everyone has a spot in my extended family. Here's the secret potion. It takes devotion. You have it in your heart. You've got a great head start. And that makes you a part of my extended family tree. Consider yourself inside. Ладно, увидимся в Рождество, Рудольф. Можете на меня рассчитывать, сэр.
on who draws Santa's sleigh. Пристегивайся, пожалуйста, поосторожнее в дороге, дорогой. Перекличка. Дэшер, Дэнсер, Пренсер, Виксен, Комет, Кьюпид, Донор, Блицен. Твой отец выглядит таким симпатичным. Да, я вижу его, мам, я вижу. Давай, давай, пап, вперед! С Рождеством всех! Когда-нибудь я буду в этой упряжке. Дамы и господа, мы представляем к медали Санта-Клауса Рудольфа. Оленя с красным носом. Спасибо, большое спасибо. Я бы хотел бы, во-первых, поблагодарить своих родителей, потому что они верили в меня, и Санта-Клауса, потому что он сделал это для меня. Но прежде всего, я благодарен Зое, потому что это... Она мне снится во снах, ой, боже мой. Не надо, не тушуйся. Я не знал, что ты здесь. Мне понравилась твоя речь. Правда, что ли? Давай прогуляемся. Я хочу быть твоей подругой, Рудольф. Правда? Можно я буду иногда прогуливаться с тобой? А как же мой... Ну, ты знаешь, твой нос, а мне он даже нравится. Правда? Конечно. Каждый олененок... чем-то не похож на другого. И твой нос такой симпатичный. Посмотри, где мы находимся. Под этими воротами. Ты должен меня поцеловать. Эй, что там такое? Что происходит? Мы просто разговаривали, Эрроу. По-моему, вы целовались. Только не нужно завидовать. Мы с тобой друзья. Друзья? А с этим уродцем ты тоже подруга. Никакой он не уродец. Ну ладно, до встречи. Мне пора, Рудольф, пока. Дурачок. Ну, обернись, прошу тебя, обернись, посмотри на меня. Я ей нравлюсь. Я ей нравлюсь.
Прошел еще год. Рудольф возмужал и превратился во взрослого оленя. Рудольф готовится к оленям играм. Я уверен, что Санта-Клаус тебя заметит на играх. А я уверен, что он заметит тебя, Зоя. Но я что? Я просто хотел сказать... Это тебя на удачу. Ой, Зоя. Так, ну посмотрим, кто из нас выиграет. Раз в год мы устраиваем эти игры для того, чтобы определить, какие олени будут в упряжке в Рождество. Начинаем наши игры. Пусть игры начинаются. Итак, Первый вид программы. Гонки на санях. Тебя медальон Зоя. Она мне дала его на удачу, да? Она моя подруга, понял? Она не твоя собственность. Так, на старт, внимание. Вперед! Арроу нарушает правила. Мы его все равно обгоним. Go, Rudolph, go! Давай, Рудольф, давай! Ой-о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 й! Зоя к тебе хорошо относится, потому что ей жалко тебя, понятно? Ей жалко тебя, да, вот в том-то все и дело. С ума сойти. Ты дисквалифицирован, потому что ты воспользовался своим красным носом. Ты снимаешься с соревнования. Мне очень жаль, Рудольф. Ты здесь ни при чем, Доги. Итак, судьи объявляют победителем Эро. О, Санта-Клаус, ведь нечестно, но мама, судья принимает решение, а не я. Я ничего не могу поделать. Ты обманул, ты нарушил правила, ну и что, я выиграла, это самое главное. И какой ты не летун, Эро, все летуны храбрецы, а ты не храбрец. Правда, а у твоего приятеля красный нос. Ну и что? Ну, Зоя, я не хочу быть твоей подругой больше.
Следующий вид нашей конкурсной программы для настоящих храбрецов. Мне очень жаль, но мое решение окончательно. Ну, он родился таким, в этом нет его вины, у него такой нос. И вообще все это произошло случайно. Когда-нибудь ты будешь гордиться мной, пап. Я остался совсем один. Рядом со мной нет ни одной живой души. Что мне делать в эту темную, холодную ночь? Я хочу, чтобы рядом со мной оказался кто-то, кто-то, кто мне дорог. Я смотрю на эту звезду и гадаю, где моя любовь? Сколько мне еще ждать? Может быть, она ждет меня там, на самой вершине горы? Дай мне знак. Я устала ждать. Покажи мне свет в этой ночи, укажи мне путь, Зоэ, покажи мне свет. Может быть, мне здесь поспать? All right, put up your dukes. Ну ладно, ладно, сейчас разберемся. Это моя пещера, а не твоя. Я первый ее нашел. Лось. Я не лось, я северный олень. Да, понятно. Умник выискался. Ничего, я тебя выселю сейчас из этой пещеры. Я... Ничего, ничего, ничего. Я просто разогреваюсь. Ну, скажи, дядя, скажи, дядя, скажи, дядя, давай, говори. Uncle. Дядя. Well, welcome to the cave, kid. Добро пожаловать в пещеру, парень.
Спасибо. А у тебя имя есть? Рудольф. А меня называют Слайли. Рад с тобой познакомиться. Так ты от кого убегаешь-то? А кто тебе сказал, что я от кого-то убегаю? Но я вижу тебя насквозь. Твои друзья все от тебя отвернулись. И, наверное, все дело в твоем красном носе. Тебя здорово получается. Знаешь, я тебе открою одну тайну. Когда все складывается плохо, совсем плохо, запомни, все могло бы быть еще хуже. Могу пояснить. Если стакан пуст лишь не наполовину, ты можешь усвоить лишь одно. В нем могло вовсе быть, не быть ничего. И чем скорее ты поймешь это, тем скорее ты успокоишься. Ты мог оказаться в пустыне, в жару и зной, где ползают змеи, летают жуткие пчелы. А здесь приятно, прохладно и не опасно. Things could be better, they could always be worse. Yes, things could be better in this big universe. But remember, it could always be worse. Remember, it could always be worse. So for every step forward, there's a step in reverse. Things could be better, they could always be worse. Yes, things could be better in this big universe. But remember, it could always be worse. Remember, it could always be worse. Let me hear the band! Remember, it could always be worse. Say, what's with Let's the glow in the dark? А что-то он тебя светится в темноте. Я не знаю, о чем ты говоришь. Да ладно, перестань, парень. Дай-ка мне посмотреть на твой носик. Смотри, смотри, смейся. Все надо мной смеются. Да ладно, успокойся. Шути, шути. Я уже ко всему привык. Мой нос напоминает светофор. Слышь, тебя просто убивает. Это что, шутка, что ли? Мой нос похож на елочные украшения. Рудольф! Рудольф! Руди! Руди! Смотри, он оставил записку. Дорогие мама и папа, прощайте навсегда. Ваш Рудольф. Эй, кто-нибудь есть дома? Здравствуйте, я пришла к Рудольфу. Он здесь? Он убежал. Что? Он убежал. Его нет дома. Я должна найти его. Так что там у тебя в сумочке? Красноносые, ну, разные вещи. Да ладно, перестань. Мы ведь друзья. У друзей не бывает секретов. Послушай, это мои личные вещи. Да, дай мне посмотреть. Смотри, что ты натворил. Ладно, ладно, прости, прости меня, парень. Медвежонок. Ну, кто тебе это подарил? Я не хочу говорить об этом. Можешь не говорить, мальчик. Потому что любовь — это для сосунков. Так, ну ладно, давай вздремнем немного, красноносые. Рудольф где-то там.
где-то там один Санта-Клаус. Прошу вас, вы должны помочь найти его. Он ни разу еще не убегал из дома. Санта-Клаус, мы Зои тоже не можем нигде найти. Ну надо же. Не волнуйтесь, я немедленно отправлю поисковый отряд. Обещаю, что все ваши дети к Рождеству будут дома. Бун, Догл, поручаю вам важное задание. Даже после того, как мы вас подвели в прошлый раз, каждый заслуживает повторный шанс, Бун. Мне нужно найти Рудольфа. Даже если мне придется перейти этот мост Тармелла. Это то, что мы ждали, Пенги. Готовь, Саня. Рудольф! Рудольф! Плохой мальчик, плохая девочка. Ты прошла по моему мосту. Благодаря тебе я могу сделать вьюгу. Бедная Зоуи, тебе некуда бежать, негде прятаться. Что я натворила? Рэд, wake up! Штанусы, просыпайся, просыпайся! Лавина! Бежим отсюда! Ой, черт возьми, пещеру завалило, мы теперь туда не вернемся. Могло быть и хуже, Слайля. Каким образом? Как? Ну, мы могли оказаться там, в пещере, могли не выйти оттуда. Да, точно, ты прав, красноносый. Ладно, найдем пещеру получше. Рудольф! Зоуи! Что-нибудь видишь? Один снег кругом. Мы должны их найти, Догл. Иначе Санта-Клаус нас больше не простит. Ну что же, а вот эта пещерка очень даже ничего. Пойдем, красноносый. Что я тебе говорил, мы найдем пещеру для себя получше. Кажется, здесь кто-то живет. Давай я с ним буду говорить. Простите за вторжение, друг мой. Мы из бюро пещеры безопасности. Надеюсь, что вы наслышаны о лавинах, которые скатываются с гор в последнее время. Пожалуйста, отойдите
дайте нам проинспектировать ваше жилище. Делать то, что делаю я. Да, эта пещера может обвалиться в любую минуту. Спасайтесь, пока у вас есть время. Нет, 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 все это наша работа, мы все завершим сами. До свидания, всего доброго. Дурачок. Надо же, ничего сложного в этом не было. Но это было некрасиво с Лайля. Ну, понимаешь, либо мы, либо он, красноносы. Называется борьба за выживание. Вы меня обманули. Назад, 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 отступаем. Здрасте, мистер Белый Медведь. Меня зовут Рудольф. Простите, что мы вас обманули. Мы не правы. Нам просто хотелось есть, нам было холодно, мы не знали, куда деваться. Ну, а что ж вы так сразу-то не сказали, ребята? А меня зовут Леонард. Приятного аппетита, мальчики. Ух ты, какая вкуснятина. Слушай, как тебе это удалось, красноносый? Я сказал ему правду, правда? Это что-то новенькое. Твоим красным носом тебе только в цирке выступает, летающий олень. Руди, нечего тебе здесь делать. Сэк тебе хорошо относится, потому что она тебя жалеет. У него такой нос с рождения, он здесь ни при чем. Здравствуй, Рудольф. Вы знаете мое имя? А мы что, знакомы разве? Конечно, мы эльфы северного сияния, и мы всегда смотрим на тебя сверху. Нам нравится твой чудесный нос. Мой чудесный нос, да, Рудольф? Не у каждого есть нос, который светится в темноте. Ты можешь даже указывать дорогу во тьме. Он тебе еще пригодится. Слушай меня внимательно. Твоя подруга Зоя, она в смертельной опасности. Она в темнице Стармелла. Только ты сможешь ее спасти. Как? Твой свет спасет ее. Но сначала ты должен научиться пользоваться своим носом. Закрой глаза, Рудольф. Подумай о всех, кого ты любишь. А все, кто любит тебя. И пусть этот свет зажжет твое сердце и твой нос. Покажи нам этот свет. Покажи нам свет любви. У меня получилось. У меня получилось. Надо же. Подождите, вернитесь. Слайли. О, привет, красноносый. Понимаешь, в чем дело? Ну, просто я не мог заснуть, и я взял твою игрушку, мне нужна твоя помощь. Все, дальше я не пойду. Прости. Я, конечно, хочу помочь твоему другу. Кстати говоря, можно пробраться в замок Стармеллы обходным путем? Да, но кто будет рисковать, забираться в эти катакомбы? Оттуда можно не выйти живым. Я должен это сделать, ребята. Я должен спасти Зои. Ну ладно, в таком случае я пойду с тобой. Я умоляю тебя, красноносы, не делай это. Если ты придешь, но мост Стармеллы, на тебя набросятся эти волки.
Я укажу вам путь. Пойдем, Леонард. Иди за мной. Вы оба чокнутые. Вот что я вам скажу. Удачи, ребята. Так, кто-то прошел по моему мосту. Покажи мне мост. Так. Сейчас увидим. Это, наверное, вход. Слушай, где там твой свет? Давай попробуем зайти сюда. Наши следы. О, нет, мы ходим здесь кругами. Подожди-ка. Слушай, это Зои. Пойдем на ее голос. Мы приближаемся. Я никогда не выйду отсюда. Рудольф, я спасу тебя, Зои. О, Рудольф. Рад познакомиться с тобой. Меня зовут Леонард. Пожалуйста, отойди чуть назад. Ничего не получается. Вам нужен ключ. А где он? Вот здесь. Добро пожаловать в гостиницу Стармелла, мои дорогие. Выпусти нас отсюда. Ты пожалеешь, когда Санта-Клаус об этом узнает. Тебе это не сойдет, друг. Нет, Санта-Клаус тебе не поможет. У него своих проблем навалом. Я же его предупреждала. Никто не должен ходить по моему мосту. Но ведь почти Рождество, Рождество на носу. А вьюга все разрушит. Правда? Неужели? О, как мне не терпится организовать еще одну вьюгу, еще одну катастрофу. Пусть это будет пурга, буран, метель или вьюга. My stormy masterpiece. I'll bury that old gizzard in a wizard of a blizzard. And it's because I hate Santa Claus, that chief of Santa Claus, that joyful, joyful, and oh so merry. Все потому, что я терпеть не могу этого Санта Клауса. Я готова пойти на все, чтобы уничтожить и его. И ваше Рождество. What's with that ho 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 and his jolly disposition? Кому нужен этот старикашка? Кому нужны его эльфы-помощники?
я лишь разогреваюсь. Я лишь подхожу к началу своей миссии. Вьюга, начинайся. А ты, старик, скорее спасайся. Терпеть его не могу. Спасибо. Перестань, спасибо. Откуда это у тебя? Перестань, хватит. Тебе не сойдет это с рук. Правда? Посмотрим. Ах, ты стерва, проклятая ведьма, вот кто ты. Ты меня льстишь. И запомни, моя дорогая, это все из-за тебя. Ты прошлась по мосту. До свидания. О, Рудольф, я все испортила. Нет, Зоэ. Это я во всем виноват. Но я прошлась по мосту, а я убежал. Может быть, ты бы не убежал, если бы я тебе сказала. Рудольф, ты мне очень нужен. О, правда, что ли? Я хотел тебе сказать. У меня сердце просто светится от счастья. Рудольф, Зоэ. Кружитесь, снежинки, вьюга, начинайся, а ты, старик, скорей спасайся. Эта вьюга взялась ниоткуда, шеф Тормелло. Кто-то прошелся по ее мосту. Вот видишь, что происходит, когда ты спасательную операцию доверяешь непрофессионалам. Слайли, слушай, тебе нужен ключ, чтобы нас выпустить. Черт возьми, зачем я сюда попал? Что ты делаешь? Я беру ключ от темницы, а вы засыпаете. Ну ладно, хорошо, пока. Надо же, оказывается, нужно говорить правду и все дела. Пошли отсюда. Он украл ключ от моей темницы. Вот это. Нет, вот та пещера. Пошли за ним. Quick, let's go back. Скорее, давайте вернемся. Я все это делаю ради вас, ребят. И что я получаю? Как мне стыдно. Ну, кого заморозить первым? Может быть, тебя, Зои Дои? Оставь ее в покое. Да, и что ты сделаешь со мной? Help!
Помогите, помогите, кто-нибудь помогите мне. Помогите. Помогите, помогите кто-нибудь. Хватайся за мои рога, я тебя вытащу, скорее. Помогите, помогите, Рудольф. Спас мне жизнь. Я ведь не мог допустить, чтобы вы упали. Да, не мог. Ты прав, ты абсолютно прав. Ты хороший мальчик. Ну что же, вы свободны, можете идти. Мы... Квита, нет. Ты должна исполнить его желание. Желание? Какое желание? Он спас твою жизнь. И теперь ты должна исполнить его желание. Такие правила Северного полюса, да? Совершенно правильно, мадам. Это значит, что я могу загадать все, что угодно? Да, конечно. Я хочу, чтобы ты была добрая. Что это за желание такое, Рудольф? Ты можешь загадать любое желание. Да, красноносый, подумай. Думай помасштабнее. Да, всего одно желание, приятель. Да, Руди. Может быть, ты пожелаешь себе нормальный носик, а? Ну, подумай как следует. Я хочу, чтобы ты была доброй. Да перестань. Придумай что-нибудь еще. Я хочу, чтобы ты была доброй. Да, тогда на Северном полюсе будет ужасно скучно. Давай, давай, растопляйся, мое жестокое сердце. И сделай меня доброй. О, какой симпатичный пингвинчик. Слушайте, верните ее в то ее прежнее состояние. Не узнаю ее. А что-то вы не изменились, но я изменилась, Рудольф. Внутри. Хорошо, тогда отмени вьюгу. Я бы очень хотела, но не могу. Почему? Потому что вьюга уже создана. Боюсь, что уже поздно что-либо менять. Идите по моему мосту. Это кратчайший путь до дома. И с Рождеством вас, ребята. До свидания. Кругом белым-бело, ничего не видно. Может быть, это поможет? Молодец, молодец, красноносый. Жаль, мы доберемся до дома. Такую-то погоду. Бун и догл. Такой непогоды я уже давно не помню. Такую погоду вылетать просто опасно. Мне не остается ничего другого, как отменить эту рождественскую поездку. Шеф, смотрите. Да, становится все более ярким этот цвет. О, Рудольф. Зои. Well done, Буна. Молодцы, Буна и Догол. Простите, если я заставил вас поволноваться. Рудольф. Твой нос, который светится во тьме, навел меня на одну мысль. Возможно, у нас все и получится. Короче, вот что я хочу тебе сказать. Рудольф, твой нос, он такой яркий, что он будет указывать нам путь во тьме, нашим саням. Ты согласен? Для меня это большая честь, Санта-Клаус. Son, there's just one thing missing.
Ну что же, остается лишь одно. Что, сэр? Каждому оленю летуну нужно вот что. За проявленную отвагу, смелость, за твердость характера я объявляю тебя оленем летуном. Ой, сэр, спасибо. Поздравляю, поздравляю тебя. Поосторожней там. Вы мои самые лучшие друзья, спасибо. Спасибо тебе, Рудольф. Так, непогода установилась рядом с Северным полюсом. На расстоянии 100 миль. Сплошные вьюги и бураны. Но я думаю, что у нас есть шанс отпраздновать Рождество. Конечно, если Рудольф укажет нам дорогу. Я так тоже думаю. I'm proud of you, son. Я горжусь тобой, сынок. Перекличка. Дэшер, Дэнсер, Прэнсер, Виксен, Комет, Кьюпид, Донор, Блицен, Рудольф. Рудольф, полный вперед. Освещай дорогу. С удовольствием, сэр. Скорее, ребятки, скорее. Мы побьем эту непогоду. Я знаю, что мы с ней справимся. Вперед! Молодцы! Look, madam. Look, what Santa смотрите, мадам, смотрите, что Санта-Клаус вам прислал. С Рождеством, Ридля! С Рождеством, мадам! Так, смотрите, там под елкой подарки. Дорогой Леонард, Рождеством, Рудольф, твой друг. Ох ты, ну надо же. Дорогой Слайля, хочу тебе подарить кое-что. Прошу прощения. Dasher and Dancer and Prancer and Vixen.
Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Rudolph, твой яркий нос указал нам путь. Show me the light when I feel the dark.
Red-nosed reindeer.